Мы ехали и ехали, и наконец приехали. Всем доброго времени суток. А ездили мы за... Та-дам! Приехали к нам красотки. Красотки поместные, Калифорния и Новая Зеландия. Евгений, челябинский фермер, тебе привет. Все-таки ты нас заразил. Твоя заячья-кроличья ферма оказалась инфицированной. Инфекция передалась нам. И мы завели таких прекрасных зайчат, крольчат. Сейчас. Их пока только три, но... Одна секунда, и нас стало шесть. Вот такие у нас крольчата. Зайчата-крольчата. Приехали на новое место жительства. И будем теперь за ними наблюдать, как они будут себя вести. Такие красотульки. Им уже 2 месяца. Да, им уже 2 месяца, и они такие красавчики. Очень мне нравится. Сейчас мы их будем размещать на ПМЖ. А пока они у нас живут 1 секунду только. И время, когда они путешествовали в машине. В нашем дворе. Очень-очень мало находятся. И все обнюхивают. Все для них новое. Все для них загадочное. Все неизведанное. Каким они хозяевам попали, они тоже не знают. Но я думаю, им будет здесь хорошо. Вот такие у нас новости. Новости дня. Сегодня 20 июня. И у нас такие зайки. Тун-тун-тун. Зайчики, трамвайчики. 6 маленьких крольчат, 6 маленьких зайчат. Так, кормят их только и кормили прежние хозяева комбикормом и сухим сеном. И вода, естественно, и больше ничего. Кролячий комбикорм мы купили точно такой же. Хозяева у нас знакомые наши, поэтому здесь все у нас уже с прививками 100%, со всеми пробойками. И поэтому будем надеяться, что все будет замечательно. И этим зайчикам у нас понравится. Но понравятся ли нам они, будем смотреть. И я думаю, что да. Ну вот такие у нас новости. Не помню, здоровалась я с вами или нет. Если нет, всем доброго времени суток. А если уже пора прощаться с вами, то всем всего доброго и до новых встреч с зайчатами, которых мы будем выращивать. Такие у нас пушистики. Ура, ура, ура. Всем пока-пока.